Сочи представляет профессиональному сообществу архитекторов России пилотный проект градостроительной концепции развития рекреационных территорий курорта. Речь идет о Лазаревском взморье. Будет очень большое развитие парковых зон, будет развитие по именной части реки Шахе, развитие набережной, улучшение пляжей. Поэтому я думаю, что много интересных решений мы услышим и в этой презентации. Глава города, приветствуя профессионалов в сфере архитектуры, отметил, туристов в Сочи с каждым годом становится только больше. И уж тем более, если гостям курорта так полюбилось Лазаревское побережье, почему бы не начать его рекреационное развитие? Волконка, Солоники, Головинка. Вот. И эти пляжные территории шикарные, повторю еще раз, пляжные территории, потому что они широкие, красивые, чистое море. Вот, они бы могли стать новыми точками роста, инвестиционными проектами. То есть там надо, чтобы эти пляжи были заполнены, там надо строить гостиницы. Все, кто приезжает в Сочи, отмечают его грандиозные изменения, произошедшие за последние 5-6 лет. И прежде всего это приведение города к единому архитектурному облику. Среда, конечно, изменилась в несколько раз, совершенно другое ощущение от города. Город, у него появилась своя новая самобытность и, самое главное, достоинство. У города появилась столичность. Архитекторы готовы делиться новыми идеями, при этом в приоритете сохранение природной среды, а также курортной индивидуальности. Очень важно красота визуального облика города, тем более такого сложного города, как Сочи, сложного по градостроительной специфике и сложного с точки зрения функций, которые сегодня Сочи выполняет. Это и курортный город, и город основное презентабельное лицо нашей страны, собственно. Поэтому все аспекты визуального восприятия города очень остро стоят для Сочи. Комфортное, качественное и системное развитие может дать совершенно необыкновенные результаты. По окончанию конференции участников пригласили побывать на разных площадках Сочи, где масштабно используется олимпийское наследие, и детально оценить развивающийся Сочи, чтобы на примере нашего города включиться в развитие других курортных мест страны. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.